камера мотор. 5 лет года вертолета. За это время было, есть и будет очень много эксплуатации. Ми-8 МТВ-1, К-32, Ми-26, даже Робинс. Но не говоря уже о брокеридже разными видами вертолетов. А теперь началось техническое обслуживание, ремонт Аэрео, воросков, кап ремонта всех типов вертолетов Ми-8. Скажи, офигенно, Коля. Да, офигенно. Могу сказать, что дальше только больше, круче и мощнее. Горные вертолеты уже, уже весь мир. Ура! Ура!